Всем привет! Сегодня очередной жаркий день на Пхукете. Мы продолжаем знакомиться с проектами этого острова. И сейчас находимся на пляже Камала Бэй. Это один из люксовых районов Пхукета. Здесь очень много вилл, стоимость которых доходит до 300 миллионов бат. Здесь есть пятизвездочные отели и будет проект, который называется Гранд Гималай. Застройщиком этого проекта является компания New Horizon. Компания отличается от остальных, что у них есть такая политика. Мы строим только на первой береговой линии. Мы сейчас с вами поднялись в ресторан, который называется Vanilla Sky, он находится рядышком с этим проектом, для того, чтобы вы просто представили, какие видовые характеристики будут из каждой квартиры. Погнали! Вообще местные называют этот район «Миля миллионеров». Из-за того, что здесь пятизвездочные отели и очень дорогая недвижимость, здесь виллы идут по стоимости от 80 до 300 миллионов бат. То есть это очень-очень дорогой престижный район Пхукета. Наверное, одни из самых люксовых проектов, которые есть в этом районе, это виллы Андара, это Хаяра и это отель Хаят Ридженси. Очень нравится район, очень тихий, чистый, улицы просто вылизаны все. Здесь очень хорошо развита инфраструктура, есть улица, где прям слева-справа идут кафе, рестораны, магазины, и все это в пешей доступности от Гранд Гималай. Вообще проект построен в соответствии с отельными стандартами. Это пример единственной планировки в этом проекте. Это студия 34 квадрата. Конечно, можно купить две таких квартиры и объединить их, сделать большие апартаменты. Но вот такой стандарт идет. Здесь почему-то в шоуруме идут два матраса. Здесь один подиум, но почему-то сделали два матраса. Хотя можно сделать полноценный king size. Я сейчас ставлю себя на место туриста, который будет приезжать и отдыхать в этот проект. Представляю, если находишься где-нибудь там на уровне 40-50 метров над уровнем моря, выходишь утром на балкон, смотришь на эту потрясающую панораму, и вот это реально называется доброе утро. Если говорить про цены, то график платежей выглядит следующим образом. Первоначально оставляется депозит 150 тысяч бат. На этот момент квартира бронируется, вычеркивается из прайсов и столбится цена. Цена для вас больше не меняется. Следующий платеж идет 35%, он идет через месяц, и остальные 65% разбиваются на 2 года до завершения строительства. Проект будет готов к сдаче в эксплуатацию в августе 2020 года. Также у застройщика есть еще одна система рассрочки, выглядит следующим образом. Если оплата в течение первого месяца составляет 100%, в таком случае вы можете рассчитывать на систему кэшбэка. Что это означает? Сейчас у нас июль 2018 года. Проект будет готов к сдаче в эксплуатацию в августе 2020. Ежегодно от суммы ваших вложений застройщик будет возвращать вам 5%. То есть за 2 года вы можете вернуть себе 10%, даже несмотря на то, что проект находится сейчас на этапе строительства. Естественно, у застройщика будет программа по гарантированной доходности. Здесь она составляет 7% в год и контракт подписывается на 5 лет. Но в таком случае у вас будет возможность проживать в собственной квартире только 14 дней в году. Если же вы рассматриваете покупку недвижимости на Пхукете, чтобы проводить здесь больше времени, то в таком случае имеет смысл передать свою квартиру в управление Best Western. Помимо того, что проект, с моей точки зрения, очень интересный в плане локации и технической части, здесь еще мне понравилась инвестиционная составляющая. Помимо стандартных программ, которые дает каждый застройщик на Пхукете, у них еще есть система привилегий для инвесторов. Есть несколько опций, несколько программ для клиентов. Это все в зависимости от суммы инвестиций. В стандартные пакеты включены такие услуги, как бесплатная встреча в аэропорту, трансфер до своей собственной квартиры. Также есть VIP-сервис, здесь идет полное обслуживание клиентов, вплоть до того, что за вас будет проходить миграционный контроль персонал от этого отеля, то есть вы не будете стоять в очередях по прилету на Пхукет. И, безусловно, у владельцев этих бонусных карт будут скидки на спа-центр и на рестораны, расположенные на территории Гранд Гималай.
На макете проекта мы сейчас находимся вот здесь, это офис продаж. За ним начинает строительство ресепшн, лобби, также здесь будет находиться подземная парковка, ресторан и бассейн. Вообще сам проект с технической точки зрения очень сложный, он идет таким каскадом, максимальная высота это 80 метров над уровнем моря. За счет того, что все дома идут друг за другом, практически с каждой квартиры будет идти прямой вид на море. На территории проекта будет две линии с фуникулерами. Это бесшумные подъемники, которые будут доставлять гостей на каждый уровень, вплоть до самого верха. Где будет располагаться парк, зона для йоги и медитации. Также на территории проекта есть спа-комплекс, который сделан в виде таких птичьих гнезд. Вообще здесь концепция такая, что идет сочетание хай-тека и дикой природы. Я думаю, что через 2 года это будет просто шикарный проект. Я обязательно сюда приеду хотя бы на одну ночь. На сегодня у нас все. Не знаю, как вас, а Гранд Гималай лично меня просто поразил. То, как они решили сделать это с технической точки зрения, заслуживает уважения. Я от всей души желаю застройщику New Horizon успехов в дальнейшем строительстве. И мое личное обращение к компании-застройщику. Не забудьте про нас, когда вы сдадите этот проект в эксплуатацию, пригласить нас на презентацию открытия. На сегодняшний день у нас все. Надеемся, сегодняшний выпуск вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Еще будет очень много интересных и нереально крутых проектов.